Ольга Кувшова, «Тограф комик», за ваш лучший выступ. Прослушайте, пожалуйста, наши комментарии к выступлению Кувшовой Ольги на лошади по кличке Граф Комик. А приятно отметить, что сегодня лошадь двигалась в очень приятном контакте, в хорошем подчинении. Достаточно ровные и четкие плавные переходы были. Но обратите внимание на сгибание на боковых движениях, так как лошадь недостаточно гнется, это полувольты и принимание на рысином галопе, и также достаточно ярко видно, как задняя правая на прибавлениях и на боковых, на полувольтах задняя правая работает наружу. За счет этого недостаточно подведения зада. Итак, рысь 7,8, шаг 8 ровно. Приятно смотреть, когда всадники, лошадь демонстрирует разницу среднего прибавленного и собранного шага. Галоп 8 ровно также. Подчинение 7,6, это недостаточность сгибания не дала возможность. И перспективность лошади 8 ровно. Итоговый предварительный результат 78% и 0,4. Спасибо. На старт запрошується кандидат у майстри спорту Влада Гунько та Бомонд. Вони представляють місто Дніпро, тренер Інеса Земляна.
Завершили свій виступ. До вашої уваги результати Ольги Ковшової та граф коміка. Техніка – 68,714. Якість елементів – 78,800. Загальний результат – 73,757. Just take me back where we belong.
Прослушайте, пожалуйста, наши комментарии к выступлению Кунько Влады на лошади по кличке Бамон. Очень приятно отметить, что лошадь у вас достаточно эластичная, послушная. Вот. Но, к сожалению, есть большие помарочки, и мы бы рекомендовали вам вернуться к шкале тренинга, так как хотелось бы, наряду того, что лошадь имеет три аллюра, в принципе, правильных, но лошадь не подсажена назад, и движение идет не от задних ног на передние, а она больше висит на переду, и сегодня обе прибавленные рыси, она слишком низко опустила шею, перевесилась реально наперед и открывала рот. Поэтому и на галопе ситуация та же. И, вот, поэтому, по нашему мнению, вот реально не хватает принять вес тела на задние ноги, пересадить лошадь на задние ноги и двигаться от зада наперед. Оценка за шаг, оценка за рысь 6,8, за шаг 7,7, это лучший аллюр у этой лошади, хотя, обратите внимание, собранный шаг, хотелось бы больше собранности на, и сбора на собранном шагу. Оценка за галоп 6,6, часто лошадь нечетко двигается трехтактным ритмом, поэтому, особенно на приниманиях, это очень бросается в глаза. Оценка за подчинение 6,5. Очень часто лошадь открывает рот. Опять же, движение часто на переду. При отдаче повода лошадь не потянулась вперед и вниз, а просто упала шеей вниз. То есть не очень правильная реакция на это. На контргалопе сбой. Прямолинейности недостаточно на менках в темпе. Поэтому немножечко, может быть, стоит шажок назад сделать и начать опять с движения, вырабатывания у лошади естественной каденции и способности нести себя. Перспективность на сегодняшний день 6,7. Итоговый предварительный результат 60%, 86 сотых. Спасибо. Но это предварительный, поэтому пересчитаем. Запрошується кандидат у майстри спорту Марія Дем'яненко та Гусар. Вони представляють місто Київ кінну спортивну школу «Авангард». Тренер Наталія Садовська. It is easy for me to live.
mind listening? Then you promise. Was living control, crazy night, internal sex. Now living my own life. Are you out of my path? Been wasting too much time. Gonna leave you far behind. Марія Дем'яненко та Гусар завершили свій виступ. До вашої уваги результати Влада Гунько та Бомонда. Суддя на літрі Сі – 62,571 тисячна. Суддя на літрі Бі – 68,600 тисячних. Загальний результат – 65,586 тисячних. Inside of you, when the sun goes down, there's
long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah. Пишите, пожалуйста, наши комментарии к выступлению Демьяненко Марии на лошади по кличке Гусар. А, Машенька, ну я думаю, что новость я вам не скажу сейчас. По-прежнему недостаточно подведения задних ног на рыси. По-прежнему хотелось бы больше активности видеть от задних ног и сгибания в суставах, конечно же. Итак, рысь 6,9, шаг, в принципе, лошадь обладает правильным ритмом, но не хватает активности, не хватает заступа, работы плечей, свободнее плечи, 6,9. Галоп – это лучшая аллюра этой лошади, 7,4. Несмотря на то, что лошадь обладает правильным ритмом, достаточно активным, но хотелось бы больше прыжка на галопе, больше тенденции в горку в целом на рыси и на галопе. И хочется отметить, что менки у вас на галопе продемонстрированы все правильные, четкие, но они плосковатые. Хотелось бы больше также захвата пространства на галопе. Подчинение 6,8. Иногда лошадь открывала рот. Не хватает нам сгибания на боковых движениях. Полувольт направо, а у лошади тенденция зада наружу наблюдалась, поэтому обратите на это внимание. Лучше развивайте гибкость лошади, развивайте сгибание, способность сгибаться у лошади на боковых движениях. Перспективность этой лошади 6,9, так как зад наружу – это достаточно неприятный факт, поэтому проводимость, сгибание в суставах и тенденция в горку. Удачи, итоговый предварительный результат 69,8. Спасибо. Inside of you, when the
sun goes down. As long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah. Панове, розпочинаємо церемонію нагородження у тесті «Молоді коні 7 років». Запрошуємо на церемонію спортсменів під ваші оплески Владу Гудко, Марію Дем'яненко та Ольгу Ковшову. Церемонію нагородження проводять суддя міжнародної категорії «Три зірки» Ірина Шульга та суддя міжнародної категорії «5 зірок» Едвард Девольф Ван Вестерок. Ряду Влада Гунько та Бомонд. Вони представляють місто Дніпро, тренер Інеса Земляна. Кандидату майстри спорту Марія Дем'яненко та Гусар. Вони представляють місто Київ кінно-спортивну школу «Авангард». Тренер Наталя Садовська. Майстер спорту Ольга Ковшова та граф Комік. Вони представляють окейрайдинг Донбас Енерго. Ольга тренується самостійно. Україна.
Запрошуємо шановних спортсменів здійснити коло пошани під ваші бурхливі оплески. І ще раз привітаємо Владу Гунько, Марію Дем'яненко та Ольгу Ковшову.